Этот год стал для подопечных Светланы Подкаминской особенным. Недавно юные музыканты из ансамбля «Радуга» представили свою первую концертную программу. Сами орфейцы были отмечены различными призами целого ряда фестивалей этнической музыки. Программа вобрала в себя лучшие произведения из репертуара коллектива. Аранжировки к большинству из них написал щербинский композитор Андрей Барбашов. Этим вечером зрителей ожидала яркая палитра из мелодий различных жанров. Концерт был выстроен по принципу бразильского карнавала. Его первая часть была целиком посвящена латиноамериканским ритмам. В этом творческом сезоне солисты коллектива запели. Как оказалось, делают они это добротно. В исполнении Сергея Веденина, Павла Кулуара и Юлии Лариной прозвучала зажигательная песня «Blue Turning». Именно это произведение и открыло вторую часть программы, которая была посвящена премьерным и уже известным произведениям. Как отметил основатель ансамбля Илья Подкаминский, отличительной чертой орфейцев является то, что они не поддаются современным веяниям музыкального мира, оставаясь яркой индивидуальностью тогда, когда это не всегда приветствуется. Вы просто настолько вообще удивительные люди, что вы в этом держитесь. Я прежде вот смотрю, я думаю, вот не должно это быть. Вы знаете, мой любимый Мамардашвили говорит, вот должно быть ничто, а есть нечто. Да? Вот вы то нечто, которое каким-то образом вообще существуете в мире, которому по существу это неинтересно, но который без этого существовать точно не может. Публика каждый номер встречала громкими овациями. Светлана Подкаминская выразила от лица коллектива слова благодарности преданным фанатам. Главным сюрпризом этого вечера стало исполнение бразильской самбы. Страстная, зажигательная и всепоглощающая музыка. Она заставляет танцевать, забыв обо всем. Этим концертом коллектив открыл летний гастрольный тур по концертным площадкам нашего города. Творческий сезон орфейцы завершат выступлением на сцене филиала Дворца культуры 26 июня.